24 января церковь молитвенно празднует День памяти преподобного Феодосия Антиохийского. 12 ноября 2011 года святейший патриарх Кирилл прибыл в Антиохийскую православную церковь с официальным визитом. Предстоятель вместе с патриархом Антиохийским Игнатием посетили Успенский собор Дамаска. На площади перед храмом святейшего патриарха Кирилла с радостными восклицаниями, звуками труб и барабанным боем встречало множество православных сирийцев. Патриаркина Аганатиус, Вараса Илькана Валькахана, Васама Мистати Рабани Варрахиба, Вакули Хватина Фильмаси. Ваше блаженство, дорогой возлюбленный Господи, собрат и сослужитель Игнатий, патриарх Великой Антиохии всего Востока, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, с чувством радости я вступил на древнюю, освященную стопами святаго апостола Павла в землю. И с особым трепетом вошел под своды этого собора. В нынешнем виде этот собор построен сравнительно не так давно. Но мы находимся на том месте, где был построен один из самых ранних и древних соборов
Вселенской Православной Церкви. И это мысль о том, что ты находишься на том месте, где 2000 лет продолжают люди призывать спасительное имя Господа и Спасителя. ينطقون باسم الرب دوما его пречистой матери وباسم السيدة العذراء والدة الإله наполняет сердце особым трепетом. إن هذا إنما يجعل قلوبنا فرحة и перед мысленным взором проходит вся эта 2000-летняя история великой антиохийской церкви. وإنما أنظر وأمام أنظرنا اليوم تاريخ هذه الكنيسة العريقة الكنيسة Церкви, где впервые последователи Христа стали именоваться христианами. Много всего было за эти 2000 лет. Но церковь существует и свидетельствует о своей вере ближнем и дальнем. И несет свой особый вклад в духовную и культурную жизнь народа Сирии. И после избрания меня патриархом московским и всея Руси, возжелал я как можно скорее прибыть в эту землю, чтобы облазбызать моего возлюбленного брата и совершить вместе с ним и с епископатом, духовенством и верующим народом святую Евхаристию. И сложные и важные обстоятельства помешали мне исполнить эту мою мечту, это мое желание так скоро, как я этого хотел. И благодарю вас, блаженнейший владыка, за то приглашение, которое вы мне ныне послали. Кто-то мне говорил, что это не самое лучшее время ехать в Сирию, Дамаск. Но я не понял этих слов. Моя миссия не является миссией ни политической, ни дипломатической. Я приезжаю к своему собрату и к церкви, в которой я свой. Потому что каждый православный христианин свой в той церкви, в которую он вступает. И между нами нет никаких границ. Мы составляем одно тело Церкви Христовой. И должны жить по тому закону, который Христос нам предложил. И это есть закон любви. И для любви нету границ. И не должно быть благоприятных или менее благоприятных обстоятельств. И потому, как я уже сказал, с радостью вступил я на эту древнюю святую землю. Между народами Сирии, России, Украины, Белоруссии и других стран, которые входят в каноническую территорию Московского патриархата, сохраняются добрые отношения. И сейчас, идя среди народа к этому собору вместе с блаженнейшим патриархом, я слышал выражение любви и дружбы этого народа. И хотел бы взаимно выразить вам, мои дорогие братья и сестры, уважение и выражение добрых и братских чувств со стороны нашего народа, который состраждет всему тому, что является трудным
для народа Сирии, и который радуется достижениям и победам вашего народа. Две церкви составляют как бы особый духовный мост между этими двумя народами. И дай Бог, чтобы отношения между людьми, принадлежащими в том числе и к разным религиям, и в частности к христианской, православной и к исламской, были всегда дружескими. Это сегодня может быть особенно важно для Сирии и для всего Ближнего Востока, где сотни лет люди, принадлежащие к этим двум историческим религиям, традиционным религиям, жили бок о бок, разделяя общие радости и общие горе. И молитва моя сегодня о процветании Сирии, о мире и благополучии в этой стране, о сохранении исторических добрых отношений между мусульманами и христианами. Моя молитва сегодня о церкви Святой Антиохии и о церкви Святой Руси, чтобы всегда сохранялось братское, сердечное отношение между нами, чтобы всегда вместе мы могли обращаться к Богу с горячей молитвой, преклоняя Его милость нашим народам. Храни вас Господь.